ГАЗ совершает новый прорыв. «Газель-НН» выходит на рынок автопродаж. Ссылку на источник, друзья, оставляю в описании под этим видео. Ну а вам говорю, давайте вместе посмотрим. Кажется, что автоконцерн ГАЗ поставил на конвейер платформу Next не так уж и давно. И даже сейчас, в принципе, облик и техническая часть «Газели» они вполне современны. Всего 8 лет для коммерческого автомобиля – это совсем немного, тем более, когда речь идет о России, где автомобили живут очень долго и часто без каких-либо вообще кардинальных перемен или изменений. Но, похоже, ГАЗ собирается сломать этот стереотип, да и не только этот. Например, стереотип о том, что русский автомобиль – это всегда что-то такое, знаете, простенькое, и если, например, даже не отсталое, то уж точно не прорывное. Итак, друзья, новая «Газель НН», так называемая, приобрела множество долгожданных опций. Одно их перечисление тянет, конечно же, на отдельную статью, отдельный сюжет, но поговорим немножечко об этом более вкратце. Как вам подрессорное сиденье, например, с 18 регулировками? Или, к примеру, дистанционный джойстик, переключение КПП, механически не связанные, например, с трансмиссией? Или, как вам, к примеру, кнопка «Старт-стоп»? Такое и на легковушках не на всех. А тут, смотрите, это все происходит на грузовичке. В автомобиле реализовано 56 технологических и конструкторских изменений. Важнейшая из них – это, конечно же, новая шестиступенчатая коробка передач, задний мост типа Spicer, тормозная система с дисковыми тормозами на всех абсолютно колесах, система ярких и мощных светодиодных фар, которая обеспечивает отличное освещение дороги, а также делает автомобиль хорошо заметным и ночью, и, самое главное, в очень и очень плохую погоду, что для России вполне является нормой. Можно к этому добавить еще кое-что. Покупателей, разумеется, порадует совершенно новый интерьер кабины, комфортное место для водителя, оснащенное подрессорным сиденьем и с 18 направлением регулировок, мультимедийная система с 9-дюймовым сенсорным экраном и принципиально новым интерфейсом. Приборная панель, друзья, имеет разъемы USB, даже имеет ниши для пластиковых карт, стаканов чая, кофе, бутылочки с водичкой, штатное место крепления смартфона или планшета, охлаждаемый и запираемый нижний вещевой ящик. Также очень удобен бесключевой запуск двигателя. Электромеханический стояночный тормоз не только более эффективен, но и даже, я бы сказал, увеличивает свободное пространство в кабине водителя. Например, спинка пассажирского сиденья, она откидывается, превращаясь в очень и очень такой, знаете, удобный столик. После приобретения автомобиля владелец «Газель НН» получает доступ, например, к экосистеме сервисов, которые развивают компании-дистрибьюторы, а также региональные дилерские центры. Это прежде всего телематическая система «ГАЗ Connect», которая позволяет удаленно управлять автомобильными парками, например, персонализированный подход к подбору финансовых инструментов «ГАЗ Финанс», комплекс технических сервисов и программа помощи на дорогах «ГАЗ Ассистент», система долгосрочных сервисных контрактов «ГАЗ Аптайм», оригинальная программа «ГАЗ Кампус», которая помогает, я думаю, повысить эффективность бизнеса клиента с помощью различных образовательных курсов, а также консалтинговой поддержки. Так что, друзья, «Газель НН», я думаю, лично по своему мнению, это не самый худший вариант из современного автомобилестроения.